Добрый, долгожданный день для выпускников нашей гимназии, девятиклассников. У нас сегодня день особый, и радостно, и грустно нам сейчас. Закончили мы основную школу, и провожает нас 9 класс. Сегодня, в этот торжественный день, мы получим аттестаты за курс основной школы. Торжественная церемония, посвященная вручению аттестатов за курс основной школы, объявляется открытой. Нашу адресуем директору мы. Уважаемая Людмила Анатольевна, вам пришлось решать много проблем, переживать наши неудачи, радоваться нашим успехам. Мы хотим, чтобы вы оставили о нас только хорошие воспоминания, а мы желаем успеха и процветания нашей школы. На сцену приглашается хранитель школьных реликвий, аттестатов, директор гимназии Людмила Анатольевна Балабан. Добрый вечер, дорогие наши выпускники. Да-да, выпускники основной школы. Сегодня мы с гордостью вас так называем. Добрый вечер, дорогие наши родители. Спасибо вам за то, что эти все 9 лет мы шли с вами рука об руку. Тесно-тесно, спина к спине, потому что без нашей помощи нашим деткам было бы сложно обрести эти крылья, которые есть сегодня у них. Крылья есть. Есть впереди теплое горячее лето. Но я все равно надеюсь, верю и буду ждать 1 сентября всех наших птенцов на площадке гимназии на нашей линейке. Надеюсь, что все-все соберутся и этим же составом мы пойдем в 10 класс. Хочу пожелать вам ярких впечатлений летом, чтобы море было теплое-теплое, песок горячий, впечатления яркие. А уже 1 сентября мы с вами придем и сядем за самые, что ни на есть, горячие учебники. Удачи вам! Вручение аттестатов. С приказом по гимназии о вручении аттестатов вас ознакомит заместитель директора по учебной части Екатерина Леонидовна Кочинжи. Приказ номер 198 от 13 июня 2017 года об окончании основного общего образования учащимися 9 классов и о вручении аттестатов. На основании положений Министерства просвещения об итоговой государственной аттестации выпускников 9-11 классов, организаций основного общего и среднего общего образования Приднестровской Молдавской Республики, результатов выпускных экзаменов за курс основной школы и решение педсовета, протокол номер 9 от 13 июня 2017 года. Приказываю считать окончившими основную общую школу и вручить аттестаты учащимся 9 классов, аттестаты особого образца с отличием. Вавиёв Александру Сергеевичу. Отличную учебу и примерное поведение. А также памятный
диплом и медалью отличника. Белому Игорю Олеговичу. Бобок Анастасии Игоревне. Блатарю Михаилу Алексеевичу. Вербицкой Полине Викторовне. Воробьевой Елене Руслановне. Евдокиенко Льву Сергеевичу. Александровичу.
мы шли к этому дню, у нас в руках аттестат. И мы понимаем, без учителя этот праздник не состоялся бы никогда. Примите слова благодарности от выпускников. Слово предоставляется выпускнице 9 А класса Воробьевой Алене. Родные наши педагоги, в этот праздничный день мы хотим сказать вам большое спасибо. Спасибо за то, что в течение этих долгих лет вы были нашими наставниками. Спасибо за поддержку, советы и те знания, что вы нам дали. Хочется признаться, что за годы учебы мы не всегда были прилежны, послушны, внимательны, организованы. Но честное слово, милые педагоги, мы ценим вас, ваш труд, вашу заботу о нас. Огромное спасибо вам за все, что вы для нас делаете. Мне хочется от имени всех выпускников 9 А класса сказать слова благодарности нашему классному руководителю Надежде Евгеньевне. Ведь вы вложили в нас не только знания по истории и обществознанию, но и частичку своего сердца, своей души. Вы радовались нашим успехам, достижениям, огорчались вместе с нами, когда-то что-то у нас не получалось. Вы всегда готовы помочь и советом, и делом. А это для нас, поверьте, немаловажно. А ведь смешно подумать, но еще несколько лет назад мы боялись отвечать на уроках, считали дни в ожидании каникул и мечтали о том, когда же мы получим наши первые аттестаты. И вот этот день настал. Спасибо, дорогие учителя, за терпение, доброту, заботу и понимание. Вы стали для нас не только мудрыми наставниками, но и родными людьми и близкими друзьями. Низкий вам поклон за кропотливый труд и безграничную любовь, которую вы дарите нам каждый день. Слово предоставляется ученице 9 класса Григорюк Ксении. Дорогая Ольга Тимофеевна, за этот нелегкий учебный год вы стали для нас мудрым наставником, близким другом и любящей мамой. Вместе мы решили немало трудных задач и перешагнули через многие препятствия. Вы всегда умели и знали, как правильно найти подход к каждому из нас. Вы поддерживали нас, нянчились с нами и помогали правильно определиться в будущем. За эти несколько месяцев, которые пробежали как один день, мы настолько привыкли к вам, что теперь боимся потерять. Ольга Тимофеевна, спасибо вам за то, что вы с нами. Спасибо за все. Сегодня июньский теплый день, в огромном зале людно и светло. В момент торжественной и важной встречи дарить давайте радость и тепло. Дорогие учителя, предлагаем вашему вниманию праздничный концерт от учащихся 9 классов. Нашу концертную программу открывает Александра Митря, ученица 9 А класса, которая исполнит для вас песню «Рожденная под солнцем». Наша жизнь, ее весь смысл. Мы дети все одной планеты, другой такой. Да мне найти рожденные под солнцем светом, лучах звезды горят сердца большим огнем. Мы его унесем. Свет и любовь спасают наш мир. А вместо слов в глазах их слез, и кто виноват, так знай сам, что в мире люди всей планеты, пусть злой беды сгинут все на земле.
боевому готовы к выступлению артисты, спортсмены, настоящие друзья из 9 Б-класса. Классный руководитель Ольга Тимофеевна Соколова не ищет легких путей. Это прививает и своим детям. Она попала точно в цель и покорила детские сердца. В этот праздничный день представители 9 Б-класса дарят нам сценку «Назад в прошлое». Встречайте! Дорогие учителя, родители, мы хотели бы напомнить вам, что не так давно мы сами были учениками. Получали аттестаты, получали награды, медали. А сегодня мы стоим на этой сцене и хотим вас поблагодарить. Каждого, кто потратил много нервов и сил на нас, потому что порой мы были очень бедными и фокусили, чего же показать. Спасибо Татьяне Петровне за то, что научили нас уважать и любить математику. И объяснили основной ее закон. Математика для того нужна, что на ум в порядок приводит. Хотим поблагодарить Нелю Николаевну, учительницу, которая научила нас жить и дала понять, что главное не сами поступки, а их мотивы, за то, что она постоянно за нас переживала. Мы хотим сказать слова благодарности Лене Викторовне за те все годы, что она была рядом с нами, за ее вклад в наше воспитание, за ее терпение, за то, что она сплотила наш класс. Мы стали очень дружны и, конечно, за ее уроки, которые очень интересны. Спасибо, Лене Викторовне. И этот список можно продолжать еще долго, но мы хотим сказать спасибо всем учителям за то, что вы были рядом, за то, что вы поддерживали и подталкивали нас, за то, что иногда ругали, иногда хвалили. Спасибо вам за все. Пусть тени стали, школьная пора, и
фонарем. И при всякой погоде пропадает робот в школе сваги. А ночью снится учителя голос, подними котельку и штейте сваги. Ночью снится учителя голос, подними котельку. Любовь к искусству серьезен, но этот самый. Следующий номер для вас исполнит на гитаре Амина Хайрулова, ученица 9 Б класса. Композиция «Я тебя рисую». Когда такие крохи были мы, и все казалось нам таким большим, без страха и без сомнений знали мы, что нет неповторяемых вершин. Совсем слушая запретов моих, не срись только прямо, и будущее открывало свет. Нашли путями дверь. Я тебя рисую, видишь солнце, которое не знает о закате. Если твои краски потемнели, то все стоит сделать усиление. Каждый год до новой ступеньки вашего взросления. Дети научились дружить,
получили знания, физическую подготовку. И пусть не все гладко складывалось, важно, чтобы мы вместе преодолевали препятствия и пришли к этой финишной черте. Мы поздравляем вас, вы справились. Стремитесь к покорению новых вершин, а покорив их, взбирайтесь на новые, мечтайте. Ставьте перед собой высокие цели и достигайте их. Продолжайте дружить, поддерживать друг друга и радоваться успехам каждого из вас. Не предавайте, цените дружбу, помните учителей, будьте благодарны, а мы всегда будем рядом с вами. Спасибо. На сцену приглашаются представители родительского комитета 9 Б класса Наталья Александровна Антонова. От всей души хочу поблагодарить наших педагогов в своем лице, от всех родителей, соответственно, администрацию школы. Вы создали для наших детей яркую жизнь и создаете. Спасибо вам за это. Они находятся на сложном состоянии, вы спокойны. Места в работе, чтобы ваши дети просто замечательно вместе, рядом с надежными педагогами, которые вы учите всего самого лучшего, светлого города. Спасибо вам большое, всей души. Прежде всего, хочу поздравить всех наших детей с замечательным праздником. Можно сказать, вторым этапом успешного завершения учебы в стенах гимназии. И очень надеемся, что до последнего, третьего этапа дружно в такой же команде ребят, родителей и педагогов мы успешно дойдем, и вы обязательно получите хорошие аттестаты о окончании Рыбинской русской гимназии номер 1. С праздником вас, ребята! Замечательного вам лета, хорошего отдыха. Ну, а тех ребят, которые уже решили погрузиться и получить профессию, которые решили выбрать уже профессиональные направления в средних учебных специальных заведениях, колледжах, техникумах, пожелать им удачи, успешной сдачи экзамена и достижения заветной цели. Позвольте сегодня от имени дирекции вручить благодарственные письма родителям, которые проявили наибольшую активность на протяжении этих 9 лет и внесли весомый вклад в развитие и сохранение традиций и исторического наследия Рыбинской русской гимназии номер 1. Итак, благодарственное письмо вручается Анастасии Олеговне Рудь. Наталья Валерьевна Плотная. Сейчас для вас прозвучит
Песня в исполнении выпускников. Завершенный.